Представляешь? Да, я просто потому что... Не мой аккаунт, там... Ну как был мой, но не мой уже. Точнее, наоборот, уже мой, а был не мой. Патрик. Да. Я тебе приглашение отправил. Какой не карты? Третий канал. Понятно. Если 1000, нормально. Я, может, если сервером не играл, на что это было бы. Что? Я говорю, если бы я сервером не играл, мне, может, тоже 200 было бы. Я бы сейчас не советовал бы играть в премьеру. Видел, что там творится? Да, видел. Просто от карты до карты стреляют тебе в голову. Че, мы только вдвоем пойдем? Или че? Че, ребят, есть кто в CS2? Я есть, только я играю не очень. Да похуй. Кто-то еще есть? Ну похуй. У кого Little Company есть? Пойдем в Little Company? У меня есть. Полез, была бы я не знаю. 385 рублей. Ладно, наверное, пойдем пойдем. Чё, какие карты? В принципе, без разницы. Я Мираж и Дас 2. А, слушай, скинь мне тогда можно в ВС свой аккаунт. Сейчас. А чё, Сайна же не надо же закрывать, да? Ну, если у тебя много азу, то нормально. Да, не должен. У меня 16. Нормально? Ну, особо много. Нет, в CS2, по-моему, там минимум 16 уже надо. Не, у меня 8. Я хз. У меня 8, но я чувствую то, что не хватает. У меня иногда бывают зависания. Да, такое просто. Сейчас, сейчас, я загубка сделаю. А, у меня ранг это нет. Он придется туда играть. Так, а чё ты приглашение кинул, да? Ща, подожди. А у меня нет приглашения. А, вы не ми? Кинь
мне приглашение? А, тут идет. Все, приглашай меня в КС. Да. Или что, или я сюда? Может, пошлите туда, в этот? Бой с один. Захожу. Может, мы тогда в войс отдельно пойдем? Какой-то. Ну, создадим группу. Да ладно, что, нормально. А, стоп, мы вдвоем или втроем? А, ну пошлите туда, вот. Группу создадим. Или что, или вот так? Ну так, просто обычно матчмейкинг. Пока там. А ему нет. У кого? Я не загрузила просто. А, у него прайма нет. Ранги нет. У него нет прайма. Что делать? Ничего. Ну, я хз, как это вообще будет работать первое? Уже давно такое не встречал. Может, вертика еще? Нет, так нет, это... Там сложно. Сложно. Не знаю, я всегда играю в архиве, да? Holy crap! Help! Help!